Юные десантники, кадеты, казачата, спасатели, моряки и допризывная молодежь демонстрировали строевую подготовку. Чеканный шаг отрабатывали, не жалея сил. Достойные наследники города воинской славы показали, как умеют маршировать плечом к плечу. С песнями прошли мимо ветеранов Великой Отечественной войны и боевых командиров. Казачата-семиклассники из Юровки в конкурсе принимали участие впервые. А вот казачата из 12-й школы и кадеты из села Пятихатки уже неоднократные победители смотров конкурсов. Ярко дебютировали шестиклассники кадетской школы имени Старшинова. Всех участников отметили в разных номинациях. В номинации «Статин, строен, уважение, достоин» морпехи гимназии «Эврика». Лучшая песня – казачата средней школы номер 12. И главные победители. Третье место в смотре занял отряд спасателей школы номер 16. Второе место – восьмиклассники кадетской школы Старшинова. А первое место досталось дебютантам за серьезный подход к делу. Ну, первое место, конечно же. По-другому не могло быть. Мы очень усердно готовились. Мы даже не ожидали, что наш класс пойдет. Тем более два класса из нашей школы. Мы думали, что займет первое место 8 класс, но произошло наоборот. Повторно показывает то, что мы лучшие в Анапе, и мы стремимся быть лучшими еще и в России. Ежегодно допризывники в рамках месячника военно-патриотического воспитания показывают свое мастерство в строевой подготовке. Год от года шаг четче, лица серьезнее, а песни звонче.